Лайк плюс подписка. Решил как-то раз я поиграть в Chicken Gun. И тут вижу это. Стоп. Я что-то не понимаю. Чего? Да, вы все верно поняли. Я построил карту из Chicken Gun'а в Майнкрафте. Всем мяу, друзья. Я Китик, и это мое новое видео по игре Chicken Gun. Или же все-таки Майнкрафт. Ставь лайк, подписывайся на меня, потому что наша цель 20 тысяч подписчиков до Нового года. Я надеюсь, ты мне с этим поможешь. Вот так выглядит эта карта, и я реально над ней очень сильно постарался. Я целый день строил эту огромную карту. И как вы можете заметить, в Chicken Gun она выглядит точно так же. Она таких же размеров, и я все это учитывал, все это соблюдал. Начну я, пожалуй, с этого угла. Здесь у нас есть вот такая посадочная площадка. Также есть огромный грузовик, ну и сам, собственно, дом. И как вы видите, в Chicken Gun тоже есть эта площадка. Тоже есть вот этот вот огромный грузовик. И также, естественно, сам дом. Дом у нас тоже расставлен всякой мебелью, как и в Chicken Gun. Также тут есть ковер, кровати, также есть вот такая сидушка, столы и так далее и тому подобное. Я все это расставил так, как и в Chicken Gun. Старался повторить это все в Майнкрафте. Я реально вложил всю свою душу в эту карту. Мне хотелось повторить карту точь-в-точь, чтобы она была идентичной, точно такой же, как и в игре. Вот так бы выглядел Chicken Gun в RTX. Вы просто на это посмотрите, это очень красиво, ребятки, эта вся карта выглядит просто офигенно. Я просто, честно говоря, в шоке с того, что я построил. Мне очень это нравится, и я бы очень хотел, чтобы в Chicken Gun добавили такие текстуры красивые. Вы просто на это посмотрите, я с этого кайфую. Видос у тебя на экране, смотри его, потому что я над ним очень сильно постарался. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. С вами был Китик, до скорых встреч.